По данным официального сайта stopcoronavirus.rf, за последние сутки в России выявлено 8217 случаев заражения коронавирусом. О том, почему все-таки важно вакцинироваться, узнаем в следующем сюжете. На вопрос о том, как работает вакцина, ответил один из профессоров Казанского университета Альберт Резванов. Традиционные вакцины. Вакцина представляет собой уже либо сам вирус, там ослабленный или убитый, или его белки, или пептиды. То есть когда иммунитету дается уже готовый антиген. То есть вот, чтобы иммунная система обнюхала его, узнала, запомнила и начала бороться. Теперь вакцины – это не кусочки вируса в той или иной форме, а инструкция, как генетический код, то есть идет доставка генетического материала внутрь клетки. Генетический материал считывается, клетка использует ее как инструкцию для выработки вирусного белка. Этот вирус-белок и стимулирует иммунитет. Также один из частых вопросов – когда закончится коронавирус? Когда сформируется коллективный иммунитет? Каким образом он может сформироваться? Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый ковид, а есть так называемый постковид. Человек переболел, выписался из больницы, а еще мог испытывать проблемы со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны нервной системы и так далее. Поэтому это совершенно не означает, что человек, переболевший ковидом, может забыть про коронавирусную инфекцию. Второй путь – это вакцинация и шанс приблизить окончание пандемии. Чем быстрее вакцинируется максимальное количество людей, тем быстрее получится справиться с коронавирусной инфекцией. Энджи Минибаева, Универньюз.